Всем привет, меня зовут Наталья. Я прошла тренинг «Найди свое призвание» и хочу оставить свой отзыв о его прохождении. Прежде всего, мне хочется выразить слова благодарности Ане и Юлиане за то, что они организовали такой шикарный полезный тренинг и буквально за руку провели каждую участницу от самого начала и до финального задания. Это было очень ценно, вот в частности для меня. Каждый двигался в своем темпе, что тоже актуально, особенно в наше такое непростое время, где все заняты. Да, были проблемы, кто-то там закапывался в своих проблемах бытовых, в проблемах с заданиями. Можно было слиться, как бывает у некоторых, да, и остаться где-то там на середине, не дойдя до финала. Но благодаря мощной поддержке, такой заинтересованности в каждой участнице, кураторов, каждая из нас дошла до финала и получила свои результаты. Для меня результатов было много. Я научилась работать со своими страхами. У меня есть теперь способы, с помощью которых я могу работать со своими страхами. Я научилась работать с негативными чувствами, с чувством вины, с чувством обиды. Я поняла, насколько тормозящими являются наши ограничивающие убеждения. Я научилась с ними работать. Я поняла, у меня теперь есть мощный инструмент для проработки этих ограничивающих убеждений. Отдельное спасибо за уроки арт-терапии от Ани, за ее знания, которыми она щедро делилась на протяжении всего тренинга, Юлиане за ее аудиофайлы, лаконичные, такие интересные. Очень много забрала себе в копилочку. Теперь есть моменты, которые я использую в своей личной жизни ежедневно. Есть моменты, которые я взяла в свою профессиональную деятельность. Есть техники, которые я использую со своими детьми в обычной жизни. И когда я открывала очередной урок, у меня вот возникла такая ассоциация. Я открываю урок, и я как будто бы открываю раковину. И в этой раковине находится жемчужина. И после проработки урока я забирала вот эту жемчужину как олицетворение концентрата вот этих своих знаний о себе, инсайтов, новых каких-то проработок, новых каких-то идей. И вот эти жемчужинки, они складывались, нанизывались на ниточку. И в итоге я получила шикарные бусы, красивые, богатые бусы моего призвания. Когда я шла на этот тренинг, я, если честно, я даже не могла представить, что этот подарок, такой подарок, какой я смогла себе подарить, будет настолько ценным, важным, нужным и актуальным на данный период времени. Все то, что я делала на протяжении определенного какого-то промежутка времени, немалого, в последнюю неделю тренинга, благодаря вот этим вот проработкам, благодаря вот этим знаниям, сложилась в большую-большую карту. Сейчас я эту карту называю солнышком своего призвания. Благодаря этой карте, благодаря Ане и Юлиане, я смогла не только найти свое призвание, но и найти способы монетизации призвания, потому что это очень важно и нужно было для меня. И это явилось моим таким большим достижением и большим результатом. И что самое главное, движение трансформации – как внутренние, так и внешние, начались уже вот где-то на середине тренинга. И в конце, на последней неделе, у меня начались движения в профессиональном плане. Я сделала то, чего я боялась, опасалась, и я смогла, и я это сделала. И я хочу сказать всем тем, кто сомневается, идти на этот тренинг или не идти, записываться или не записываться, однозначно записывайтесь и приходите. Если у вас был какой-то негативный опыт прохождения тренингов или марафонов, где-то вы сливались, не доходили до конца, здесь вам не дадут это сделать, вы дойдете до конца, потому что поддержка ощущается с самого первого задания. Вам не дадут застрять, вам не дадут слиться, вы дойдете до конца, вы достигнете своих целей, достигнете своих результатов и заберете с собой шикарный багаж, возможно, тоже какие-то свои бусы своего призвания. Я желаю каждой из вас найти свое призвание, удачи желаю в реализации, здоровья и всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока!